Команды начинают эту игру. Поехали. Санчес. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Пирло. Тут может что-то получиться. Момент. Пирло. Вот это спасение. Арбитр назначает угловую. Отлично сыграно, надо решать. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Пересек мяч боковую линию. Матюди. Ба. Яо Куаси. Матюди. Пирло. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Навес. И здорово играет защита. Годин. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. С такого стандарта вполне можно добиться успеха. Штрафной удар. Угловой. Загружает мяч в штрафную площадь. Мяч будет введен из аута. Годин. Тут просто подарили мяч сопернику. Мяч на боковой линии. Опять мяч за пределами поля. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Это может быть опасная атака. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Годин. Ушел мяч. Аут. Ди Мария. Матюди. Бэйл. И в разрез. Шикарно. Может быть, он думает, что защитник играет за его команду? Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Пока неплохо. Итак, у нас аут.
Яо Куаси. Ба. Попытка обострить игру. Штрафной ставит судья. Мачиди. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Атака остановлена, но кто получит мяч? Ба. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Какой финт? Вы это видели? Есть шанс выйти вперед. Мяч летит в сетку. У нас появляется лидер в счете. Какая атака, а? Какой гол? Привет, защитники, подъем. 1-0. Сейчас будет веселее. Плохая передача. Мяч просто покинул пределы поля. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Ди Мария. Это может быть опасно. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Предупреждение. Ди Мария. Вратарь намертво забирает мяч. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Все на изготовку. К угловому готовься. Хорошее владение мячом. Перештраф. Арбитр назначает штрафной. Ба! Невероятное спасение! Во время углового оборона должна действовать очень слаженно. Отлично сыграно, надо решать. Удар поворотом. Вратарь! Вот это сейв! Судья показывает на угол поля. Свистят болельщики хозяев. Нинра. Удар со второго этажа. И это момент! Гол! Не так надо обороняться при подаче угловых. И атакующая команда это показала. Гол. Гол назревал. Они лучше играли. Возобновляется игра на Парк де Пренс. Мачиди. Тут может что-то получиться. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Удар! Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. И пас обратно. Скучновато.
Удар! Он бьет головой и забивает. На табло 3-0. Это разгром. Бейл. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Яо Куаси. Мэтью Ди. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафным. Вратарь, что ты делаешь? Ну нельзя же так. Месси. Все верно. Края надо чаще задействовать. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Месси. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Пошли последние полчаса игры. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Итак, у нас аут. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Яо Куаси. Продолжает владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Мэтью Ди. Пирло. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И как пробил. Годин. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Мяч летит в штрафную площадь. Бах! Момент для удара. Мяч в воротах, хотя этот гол слабое утешение. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Тем временем у нас 3-1. Основное время истекает через 20 минут. Перехват в центральной зоне. Джака. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Санчес. Ди Мария. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Мяч ушел в аут. Санчес. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Надежно играет защитник, атака прервана. Штрафной ставит судья. Ну так нельзя играть вблизи своих ворот. Здесь защита справляется, мяч отобран. Здорово сыграл. Удар по воротам. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Мэтью Ди. Какой-то, знаете, между собойчик.
Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание. Свисток штрафной. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Вратарь! Вот это сейв! Это угловой. Пол команды обыграл, ничего себе! Великолепно исполненный пас в разрез. Защита справляется. Атака остановлена, но кто получит мяч? А если вторая желтая, то это удаление. И здорово играет защитник. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Попытка обострить игру. Финальный свисток. Какой финт? Вы это видели? Есть шанс выйти вперед. Мяч летит. Свистят болельщики хозяев. Не нравится. Удар со второго этажа. И это момент. Удар! Мяч летит в штрафную площадь. Ба! Момент для удара. Мяч в ворота.